Заботимся о природе. На территории Московской области проходит ежегодная акция «Наш лес, посади свое дерево». Она нацелена на улучшение экологической обстановки в муниципалитетах, замену поврежденных и уничтоженных жуком-короедом лесных массивов на здоровые деревья. Для этого в 2022 году в нашем регионе будет высажено более 1 000 000 сеянцев сосны. Акцию «Наш лес, посади свое дерево» в Щелкове провела администрация городского округа. В сетевых ресурсах были заранее сообщены адреса, куда жители могли приехать сажать деревья. Для этого всех участников обеспечили инвентарем. Одной из площадок для акции в этом году стал участок земли в Огудневе. Здесь сосны высаживали на большой делянке размером почти в 4 гектара. Сегодня мы сажаем 15 тысяч сеянцев сосны, и на территории вот 3,8 гектар сделаны специальные борозды, в которые будут высажены эти сеянцы. Участие сегодня принимает около 300 человек, и я думаю, за 2 часа мы дружными усилиями справимся с высадкой. Для жителей акция «Наш лес, посади свое дерево» – не только экологическое мероприятие, но еще и активный отдых, а также замечательный праздник для души. Я не первый раз участвую, я уже, наверное, на протяжении 5-6 лет каждый год участвую в этой акции. Я думаю, что мы много сегодня с сыном посадим. Ну, борозд 3-4 точно, если нам хватит народу много. Чтобы красота была и лес, и чтобы дышать было хорошо людям. А как же? Все для пользы. И для красоты. В этот день, помимо сосен, на участке посадили несколько десятков саженцев кедров. Активисты надеются, что они тоже приживутся и украсят нашу землю. Замечательную вот такую кедровую сосну в простонародье – это кедр. Посадим свою замечательную грядку, и здесь будут расти кедры, и в последующем вырастут красивые орешки, и детки будут из этих орешков растить свои новые кедрики. Для участников акции была подготовлена полевая столовая. Все желающие могли попить чай со сладостями и подкрепиться пловом. В этот день в городском округе Щелково акция «Наш лес, посади свое дерево» прошла не только в Огудневе. Деревья сажали на территории нового корпуса 7-го лицея, на набережной по улице Шмидта, на улице Пушкина и в Афрянове. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.